В течение 3 месяцев с 1 марта по 1 июня областная инспекция рыбопромыслового хозяйства проводит акцию «Чистые водоемы». Цель состоит в том, чтобы очистить реки и озера от бытовых отходов и оставленных сетей нелегальными браконьерами. Кроме того, сейчас сезон нереста рыб. Тем не менее, это не останавливает людей. К уборке озера Околь привлечены 3 моторные лодки и весь персонал инспекции. Менее чем за 1 час было обнаружено 2 километра заброшенных сетей, которые представляют опасность для окружающей среды. Кроме того, с поверхности озера был очищен бытовой мусор. В рамках акции «Чистые водоемы» мы очистили озеро Околь от мусора. Также очистили и территорию вокруг озера. Живое богатство природы – общее благо, важно защитить его, а это понимают многие, говорят специалисты. Тем не менее, незаконная рыбалка, бытовой мусор и оставленные сети могут привести к исчезновению рыбы. Балықтардың уылдырык шашуу на байланысты 15 сәуірден бастап, с 15 апреля по 31 мая будет запрещена рыбалка. В этой связи мы просим жителей и гостей региона воздержаться от ловли рыбы. Также просим вас сохранять чистоту водоемов. На сегодняшний день в озере Околь насчитывается 5-6 видов рыбы. Площадь озера составляет около 550 гектаров. Еще одна проблема – начался сезон полива полей. В скором времени будет открыта плотина. Из-за этого рыба уплывает из озера. Мы установим защитное устройство, чтобы она не уплывала. Чистота и порядок превыше всего, поэтому каждый должен бережно и ответственно относиться к природе и не засорять озера. Эльдар Гизатуллин, канал Бахатуллы, Хайкын, Акпарат.